Мне очень нравится проходить семинар вместе с моими родными и близкими. Первый раз, когда я попала на турецкий семинар, я была одна, но я была в положении. Как только приехала домой, сразу же отправила сына в Москву с сестрой. Мне кажется, что это очень помогает в семейной жизни, потому что растешь не только ты один, а растешь всей семьей. Есть общие какие-то понятия, принципы. И становится жизнь легче, взаимоотношения. Где-то слышишь по-другому своего супруга. Всегда семинар Шамиля для меня, каждый раз я слышу что-то новое. Первый раз я была 3 года назад, ситуация была совсем другая. То есть у меня были совсем другие задачи, потому что дети растут, бизнес как-то двигается. Вот. Но каждый раз я слышу что-то новое, отмечаю для себя какие-то новые вещи. Вроде бы это было в прошлый раз тоже сказано, но оно не было настолько актуально, насколько это актуально сегодня. Нету такого, что вот я пойду, там я все знаю, я там это уже проходила, и мне вообще здесь делать нечего. Но каждый раз я думаю, что информация всегда полезна и как-то по-новому ложится новыми слоями.